Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений на просмотре сайта зарабатываю денежку. Называется VixiBox. Здесь произошел рестарт. И в этом видео я хочу проверить его на вывод. Давайте перейдем в статистику, посмотрим. Уже более 11,5 тысяч человек, участников. Ну, конечно, народ идет сюда. Ну, кто может пропустить такой замечательный бокс? Ну, и здесь как бы... Что у нас здесь? Выводы. Давайте зайдем в кабинет. Я поставлю денежку на вывод. У меня 176 вот этих coins монет. Минимальный вывод... В рублях 100 коинов. 100 коинов равно 1 рублю. Нажимаю вывод. Не забываю в настройках прописывать платежный реквизит. Даже сейчас посмотрим сеттинг. Я вроде прописывала. Так. Да, у меня Payeer прописан. Здесь Payeer и Perfect. Я в рублях, конечно же, такую мелочь. Это чисто так для видео. Значит, тоже сумма стоит по умолчанию. Если более крупная сумма, можно в USD. Это 2 цента. Но в рублях вроде как и побольше. Так, это рубль 76. Нажимаю вывод. Зелененьким загорелось. Все, баланс мой обнулился. Переходим на Payeer кошелек. Я перезагружаю страничку. И, пожалуйста, 22 декабря. 22 декабря перевод выполнен. Рубль 76. И вывод VixiBox. Ну, у меня не было сомнений. Конечно, он будет платить. Перейдем сюда обратно. Нажимаю статистику. И, пожалуйста, вот здесь живая статистика. Мой логин. И рубль 76. Кто в долларах выводит, то в рублях. Это уже, как говорится, дело хозяйское. Ну, я в рублях вывела. Здесь последние 10 инвестиций. Так как здесь можно делать апгрейд. Напоминаю, вот этот план, первый пакет, дается нам в подарок. Вот. И можно собирать монетку. Вот так кликаем. И все, монетка капнула, перевелась. Здесь идет 50 на вывод, 50 на покупки. Ну, это, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. Продолжаю работать. До новых встреч.